Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юрий Олешников, профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня я рад представить вам новые инструменты из коллекции российских мастеров, которые представлены на сайте салона гитар Торес. Это инструмент санкт-петербургского мастера Михаила Фетченко. Это мастеровая гитара, полностью ручной работы. И такой интересный инструмент. Значит, в чем фишка? Здесь у нас нижняя дека обечайка палисандр. И дно Михаил делает скрипично-подобное. То есть такое сильно выпуклое. И это дает определенный звуковой результат, который мы чуть позже услышим. Верхняя дека – это дабл топ, то есть здесь изъели несколько слоев. Да? Значит, накладка у нас на гриф черное дерево. Подставка – это бразильский палисандр, кость. Причем здесь интересно, Михаил делает такое решение. Порожек у нас вставлен точно в паз, то есть не как на обычных гитарах сквозное отверстие, да, а здесь вот выточено прямо под порожек. И порожек очень жестко подогнан. В этом тоже есть какие-то свои преимущества. Значит, также здесь есть армрест для того, чтобы удобнее лежала правая рука. Он выполнен из ореха. Соответственно, здесь стоит профессиональная механика. Есть точки 5, 7, 10, 12 лад. И также конструктивная особенность. Гриф у нас немножко приподнят. Фотографии будут сделаны. На сайте можно будет по ссылке перейти под видео и посмотреть на более детальные вещи, которые здесь Михаил задумал. Соответственно, сегодня мы сделаем наши стандартные тесты. Как всегда, у нас микрофоны только с динамической обработкой, для того, чтобы не было пиков. Давайте послушаем гитарку.
Что стоит отметить? Мы сейчас слушали это все внимательно, да? Я не упомянул, здесь у нас у инструмента за основу взята конструкция флета. То есть система пружин флетов. И, возможно, из-за этого дабл-топ звучит очень ровно. То есть частенько бывает у дабл-топов там стреляющий вверх импульсный или там бас очень плотный. А здесь вот особенно это заметно было на тесте Ordinario Solponticelli Soltasta, очень хорошая середина. То есть середина в балансе с верхом и с низом. Это на самом деле очень здорово, потому что, как правило, середину приходится поднимать за счет там карбоновых струн, еще чего-то. Здесь стоят сейчас Savarez карбоновые, Contigo Premium, и нет провалов. То есть вот это все... делать усилия. То есть я совершенно комфортно работаю правой рукой, не нужно подчеркивать отдельно какой-то голос, то есть все в балансе. На многих инструментах, к сожалению, приходится иногда вытягивать за счет исполнительских каких-то действий на серединку. Здесь мне это очень нравится. Вот. И вот мы с Михаилом разговаривали по поводу того, что вот Грега Смолман, например, система пружин, да, она, например, инструмент немножко отдаляет от гитарного звука в сторону фортепианного, да, такого звука. То здесь вот абсолютно гитарный тембр, и это очень здорово. Инструмент в зале не потеряется, опять же, потому что дабл-топ у нас, он такой пробивной. И здесь есть педаль. То есть, опять же, флажелеты, если хотите, можете вернуться, послушать. Очень все это длинно, и это здорово. Поэтому я думаю, что этот инструмент найдет своего исполнителя. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Узнавайте первыми о новых видеообзорах классических гитар. Спасибо Петру Зайцеву за звук и видео. До встречи.